супер крутую фразу, которая потенциально вам может дать 9. Привет всем! Сегодня воскресенье. Я надеюсь, что воскресенье это будет значить, что я успела сделать это видео, выложить его вовремя. И, естественно, мы говорим, как и каждую неделю, об экзамене IELTS. И сегодня конкретно мы говорим про часть speaking, то есть про устную часть. По этой части я больше всего получаю вопросов и здесь, под своими видео на этом канале, а также в моем новом инстаграме на тему английского языка, который называется English Not. I had to do that, guys. I just had to. Сегодня нам будет помогать сериал, который все смотрят по какой-то причине во всех частях света, и в Америке он популярен, насколько я знаю, и в России тоже. Это сериал Bridgerton. Bridgerton. I still have problems saying this word. But anyway, вы смотрели этот сериал? Как вам вообще кино? Если вы смотрели этот сериал и он вам понравился, вам точно понравится это видео, потому что мы будем сегодня учиться фразам для выражения своего мнения как раз у актеров, которые сыграли главные роли в этом сериале. Мы просто с вами соединим приятное с полезным. И это видео будет еще одним примером моего совета из другого видео по поводу того, как практиковать навык listening, то есть аудирование. Я сказала в этом видео, что можно его практиковать, смотря интервью со своими любимыми актерами из своих любимых сериалов или фильмов. Так вот, сегодня мы будем делать именно это. У меня уже есть видео про разные интересные фразочки, которые можно использовать в устной части IELTS, и оно про pause fillers. То есть это те слова, которыми мы заполняем паузы и даем себе подумать. Сегодня новая порция слов, она связана с тем, как выразить мнение, почему это так важно, потому что, в общем-то, основная часть экзамена IELTS Speaking — это выражение вашего мнения. И вы просто говорите о себе, вы говорите то, что вы думаете о каких-то вещах. Сегодня я вам покажу, как вводные фразы помогут вам набрать 8 или 9 баллов. Я не шучу, это очень важно. Иногда 2-3 слова меняют все. Иногда синоним I think может значить очень многое и являться лексикой совершенно другого уровня, и, естественно, вам за это дадут бонус-баллы. Конечно же, я, как всегда, дам вам примеры из настоящего экзамена IELTS, speaking, настоящие вопросы, и приведу пример ответа на такой вопрос, используя фразы из нашего сегодняшнего видео. Поехали! Итак, видео, которое мы будем смотреть, актеры, которые сыграли главные роли в сериале Bridgerton, проходят тест на то, чтобы определить, каким бы героем они были в реальности из этого самого сериала. В общем, должно быть интересно, смешно, весело и, главное, очень полезно для нас. Сейчас покажу, почему. How would your closest friends describe you? And I want to say witty, but they would probably say nurturing because I'm like a little Irish mother. Уже в первом вопросе, то есть в ответе на первый вопрос, мы слышим от... Мне кажется, ее звали Пенелопа в сериале. Она, кстати, ирландка, и у нее очень интересный акцент. Прислушайтесь, как ее акцент отличается от акцента всех других актеров из этого видео. Она здесь говорит при ответе на вопрос I will want to say witty, but they will probably say nurturing. Она размышляет, она не сразу дает ответ на вопрос прямой. И это именно то, что вы должны делать на экзамене. Не стоит просто давать односложный ответ на вопрос What is your hobby? Painting. И, в общем-то, все. Вам это вообще ничего не даст, и, конечно же, максимум, что вам могут поставить, это 4 балла, просто за то, что вы поняли, скорее всего, что вас спросили. Ну так вот, она говорит такую фразу I will want to say. Это то же самое, в принципе, что I want to say или I think. То есть она размышляет, и таким большим количеством слов она дает себе время на размышления. I'm gonna go with witty. I think that's fair. I'm gonna go with witty. Говорит вторая актриса, я не знаю, кого она играла, Элуи. По-моему, эта фраза, вы услышите в этом видео, повторяется очень часто. В общем-то, это такой аналог I think. И обычно эту фразу можно давать в конце какого-то длинного вашего монолога, длинного ответа на вопрос, когда вы рассуждаете, вот можно это, а может быть и то. И в конце вы наконец-то решаете и говорите I'm gonna go with something. I think, you know what, I think I'm always at the end of the phone if they need. So... Вы заметили, мне кажется, он повторял I think 5 раз. Я просто хочу подчеркнуть, что I think — это нормальная фраза. Да, она, возможно, чуть-чуть заезжена, но если вы ее используете при сдаче экзамена в устной части, ничего страшного не произойдет. Главное — не использовать ее как вот он 5 раз подряд. I'm gonna go with witty. Заметили, как часто они говорят I'm gonna go with? How would you occupy your time in Mayfair, Phoebe Didover? I think that I would find
I think that I would find. Тоже комбинация фраз, понятно все с I think, но дальше он говорит I would, что означает, что он будет дальше использовать сослагательное наклонение. И так вот эта вот очень легкая фраза I think с помощью добавления I would превращается в супер крутую фразу, которая потенциально вам может дать 9. Почему? Потому что сослагательное наклонение и знание этой формы дает вам уровень advanced. Поэтому даже I think можно красиво использовать. And actually, I've been playing the piano quite a lot. Actually, I've been playing the piano quite a lot. И он начинает свой ответ с actually. Очень хорошая вводная фраза для того, чтобы дать себе подумать. Либо, когда вы думаете, не знаете, что ответить, и вдруг вам приходит эта идея, ответ на вопрос, и вы, например, говорите «All right, so that's a good question». Actually, то есть это сразу сигнал того, что вы готовы отвечать. I just want to say, attending the fights. I just want to say, так тоже можно сказать. Разговорная фраза очень эмоциональная, и, скорее всего, на экзамене она вам не потребуется. I do love a bit of embroidery. It's gonna go for embroidery. Вот это очень классная фраза, которую она говорит, I do love a bit of embroidery. Это то же самое, что сказать I like something. Но посмотрите, как красиво она представляет вещь, которая ей нравится, то есть говорит о том, что ей нравится. И, в общем-то, она выражает свое мнение, да, то есть ей нужно ответить на вопрос, она размышляет, и такое большое количество слов дает ей время на подумать. И дальше, когда она уже определяется окончательно со своим ответом на вопрос, она говорит «So I'm gonna go for embroidery». Это наша любимая фраза, в этом видео все ее повторяют. «I'm gonna go for» или «I'm gonna go with». You are crafty. You are crafty. I love a bit of craft. I do love a bit of craft. Here you go. Another example. Select a Bridgerton character to promenade with. I gotta go for my boy. I gotta go for Colin Bridgerton, don't I? I gotta go for my boy. Я, наверное, отвечу вот это. Я выберу какой-то вот такой вариант. Опять же, когда вы не можете определиться с выбором, это очень хорошая фраза, которую вы можете использовать. Сленг нельзя использовать на экзамене IELTS в устной части. Но в то же время разговорные фразочки, разговорные сокращения типа I'm gonna, почему бы и нет? Они же разговорные, экзамен про разговор. I have to go with Queen Charlotte. I have to go with. То же самое, что I gotta go with. Только это более культурная версия и более полная версия. И да, я, наверное, рекомендую все-таки использовать вот эту версию выражения, чем I gotta go. You are bored at yet another ball. Pick a novel to read to pass the time, Phoebe Deneva. Do you read? I'm gonna say Little Women. I'm gonna say... А дальше она говорит название книги, которую бы она выбрала. I'm gonna say прекрасная фраза для того, чтобы начать свой вопрос или дать себе, опять же, немножко время на подумать. Обычно перед этим вы размышляете над чем-то. Как и она в этом видео, она размышляет, какой ответ дать. Но вы можете размышлять вслух, то есть вы можете, опять же, сказать Well, right, good question. I'm gonna say... И дальше вы говорите то, что вы хотите сказать. I'm gonna stick with Alice's Adventures in Wonderland. I'm gonna stick with. Я все-таки придерживаюсь вот такого мнения. Когда человек размышляет о чем-то, у него много вариантов, которые он хочет выбрать, но в то же время он возвращается к своему оригинальному варианту, который первый ему пришел в голову. Because I would like to offset the absurdity of the scene around me with the book and hopefully... Заметьте, что они объясняют каждый свой выбор. Делайте то же самое на вашем устном экзамене. I'm gonna pick Little Women. I'm gonna pick Little Women. Pick на самом деле то же самое, что choose. Очень хороший синоним, кстати, чтобы разнообразить свою речь. How good are you at keeping secret? My answer to that is I'm... My answer to that. Вы можете, в общем-то, начать свой ответ со слова ответ, да? То есть мой ответ на этот вопрос будет такой-то. I feel like you are. I feel like you are. То же самое, что I think, это разговорная фраза. Ее нельзя использовать в эссе, то есть в письменной части IELTS, но в устной. You're welcome to use it anytime you like. What scandalous thing would Lady Whistledown report you doing? I feel like we wouldn't get kicked out for being too drunk, but probably for talking and laughing too loudly. So... I feel like we wouldn't. We wouldn't, опять же, употребляется сослагательное наклонение. Естественно, вам дадут самые высокие баллы, если вы это можете использовать правильно. It's got to be caught behaving improperly.
It's got to be. Эта фраза вам пригодится, если вы делаете выбор между чем-то и чем-то. Вот, например, меня однажды спросили на экзамене по speaking, люблю ли я писать письма от руки, или я предпочитаю имейлы. То есть мне дали выбор между двумя вещами, и вот там я могла бы использовать именно эту фразу. I think it's got to be emails, for example. I might be caught sneaking into a garden unchaperoned. I might be caught. Не забывайте, что вы можете использовать вместо think какие-то модальные глаголы. То есть, может быть, я, и дальше вы говорите, что вы сделаете, или что вы любите, что вы выберете. Можете даже сказать I might think, или people might think. Очень хороший глагол для того, чтобы делать предположение. Hey, which Shondaland character would you choose to confide in? Actually, you know what? I think Christina would do the most fun. Actually, you know what? Он так произнес, что там слово actually даже не слышно почти. Но это очень хорошая разговорная конструкция, которая тоже может вам дать такое extra time for thinking. Absolutely going for Christina. That's so the thing. That's who I was going to go for as well. I'm absolutely going for. Слово absolutely сюда прибавляется в эту фразу, которую мы уже обсуждали, для того, чтобы показать, насколько вы passionate about your opinion, насколько вы уверены в своем мнении и насколько вы готовы его защищать, его объяснять. Итак, вопрос я выбрала такой. What is your hometown like? На что похож ваш родной город? Вам, в принципе, просто нужно его описать. Описать, что там есть, что там можно делать. Вот такой ответ на вопрос у меня получился. But what is the best word to describe my hometown? Well, I'm gonna go with stunning, because there's so many extraordinary sights and amazing views. Although I might be biased, as I was born and lived many years there. But I feel like if you're new to it, you'll enjoy it even more, because there are so many monuments, parks, and the nightlife is great. Having said that, I say I would stick with parks, because my hometown is located in a truly breathtaking region. Как вы видите, я использовала несколько фраз из нашего видео. Например, I say I would stick with, I feel like, I'm gonna go with, I might be. То есть довольно много фраз из этого видео я использовала. Я хотела вам показать, насколько эти маленькие словечки могут просто решить судьбу вашего устного экзамена. Потому что они дают вам структуру, они дают вам время на подумать, и они дают вам максимальные баллы в случае их правильного использования. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если так, то вы знаете, что делать. Поставьте лайк, расскажите об этом видео друзьям, которые тоже изучают английский или любят сериал Bridgerton. И мы увидимся с вами очень скоро, уже на следующей неделе. Пока!